Горожане учатся считать деньги. Коммуналка растет год от года. Однако некоторым жителям удается, используя современные технологии, существенно снизить некоторые позиции платежей. В доме номер 38 по улице Промышленной всего за год ульяновцы сэкономили более 800 тысяч рублей на горячей воде и отоплении. Экономия за счет системы погодного регулирования. Была установлена автоматизированная система погодного регулирования. Ну вот, как вы ее сейчас и видите здесь. За первый отопительный сезон экономия составила более 850 тысяч рублей в масштабах дома. Среднемесячная экономия 28%. В доме 145 квартир, поэтому сумма даже в пересчете на каждую квартиру выглядит весомо. Тем более, что погодник был установлен на средства, собираемые на капремонт. Товарищество собственников копило их на спецсчете. На данном квартирном доме реализован проект автоматизации индивидуального теплового пункта. То есть мозг, скажем так, голова этой системы является контроллер. Мозгом, наверное, да? Вот, то есть это компьютер, который осуществляет поддержание, даже, наверное, немножко не так, компьютер, который регулирует подачу теплоносителя. Ранее жители страдали от жары осенью и весной, однако за перетоп приходилось платить. Теперь же жить стало гораздо комфортнее и дешевле. Мы все равно выигрываем, мало того, и государство выигрывает. Нам не надо с 8 тысяч за месяц зимой давать субсидии большие за тепло, а нам дают ровно столько, сколько мы потребляем тепла. А тепло сейчас при таком температурном режиме мы именно и довольны, нам так и надо топить, нам не надо излишне. Деятельность жильцов дома приятна не только жильцам, но и ресурсникам. Жителей даже наградили грамотой и денежным призом за своевременную оплату потребленного горячего ресурса. То, что наш престиж вовремя оплачивает все эти деньги, вот, нас вызвали в энергобыт Т+, и дали вот эту почетную грамоту. И дали на нее 1500 рублей. И мы купили энергосберегающих лампочек и вставили в подъезде. Сейчас очень даже светло. Сами жители благодарят руководство товарищества собственников недвижимости и гордятся общими успехами. Здесь нет никаких посредников. От услуг управляющей компании отказались еще в 2017 году. И с тех пор каждый год только улучшают собственную жизнь. Конечно, не сравнить, как было и как стало. Мы видим здесь хозяев в этом доме. Хозяева замечательные. У нас так еще никогда не было. Все очень хорошо, но платим мы меньше. Я не знаю, в бухгалтерии я не разбираюсь. Я знаю, что платим мы меньше, а дома хорошо и тепло. И всегда встречают с улыбкой. Современное высокотехнологичное оборудование в автоматическом режиме регулирует температуру теплоносителя, исходя из погоды на улице. В итоге такие умные технологии позволяют сбалансировать температуру в жилых помещениях всего дома, избавляя жильцов от перетопов, сокращая затраты собственников на оплату фактически потребленного ресурса. Стоимость оборудования составила немногим больше миллиона. Работы были профинансированы за счет средств, которые собственники копили на капитал. Ремонт. В итоге платежи жильцов уменьшились на 27%. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.